Так, ну тут нам нечего. Смотрите в этом эпизоде. Справочку и дадим ему. Товарищ сержант, выпускайте нас. А справку вы принесли? А как же, все в лучшем виде. Конечно. И справка, и печать. Все у нас есть. Хорошо, можете идти. Будете у нас в районе, заходите на правах постоянных посетителей. Да, постоянных посетителей. Не волнуйтесь, за вами еще придут. И спросят со всей суровостью, как вы мучили красных героев и морили их холодом по 3 часа. Питание контингента от меня не зависит. Но если вы позволите, я могу предложить компенсацию. Попробуй. Давай, предлагай, не откажемся. Компенсацию духовного порядка. Вот. О. Что это за каракули? Это набросок милицейского сонета. На чем мы остановились? Может, все же дадите нам справочку? Я бы с удовольствием, но не могу. Не могу отпустить вас теперь. Да, ясно. Так просто. Только через 2 недели. Ну, кружите меня, кружите, кружите. Ну что, Петька, доигрался? Нет. Теперь еще и жениться придется. Нет, нет, так думал, давай. Как честному гражданину. А ты как думал? Эй, привет, друзья! Итак, Петька Василий Иванович 6, эпизод 10. Новая реальность. Подписываемся, друзья, жмем на колокольчик, оставляем комментарии, делимся с друзьями. Компания Бука. Совместно. Сатурн Плюс представляют. Итак, друзья, загружаем игру, на чем мы остановились. Да-да, мы остановились здесь, от двух зрителей. Жмем на кнопочку, нажимаем «Да» и продолжаем игру. Так, нам надо поговорить с вот этим дядей, который нас товарищ, не хочет выпускать. Разрешите обратиться? Разрешаю! Обращайтесь! Так, ну тут нам нечего разговаривать. Мы возьмем справочку и дадим ему. Товарищ сержант, выпускайте нас. А справку вы принесли? А как же, все в лучшем виде. Конечно. И справка, и печать. Все у нас есть. Хорошо, можете идти. Будете у нас в районе, заходите на правах постоянных посетителей. Да, постоянных будем посетителей. Рады. Не волнуйтесь, за вами типа еще алкашей придут. И спросят со всей суровостью, как вы мучили красных героев и морили их холодом по 3 часа. Питание контингента от меня не зависит. Но если вы позволите, я могу предложить компенсацию. Попробуй. Давай, предлагай, не откажемся. Компенсацию духовного порядка. Вот. О. Что это за каракули? Это набросок милицейского сонета. Он называется «Очиститель в борще», в духе футуриста. Футуристы? Это ненормальные такие, что ли? Я же в милиции работаю, я нормальных-то не вижу. Конечно. Ладно, возьмем твой опус. Вдруг ты потом классиком станешь, и история тебя оправдает на полную катушку. Так, отлично. Опус мы взяли, теперь нам нужно вернуться в комнату и забрать магнитофон. А для этого нам нужно этот опус вручить нашей дамочке. Арина Вольфовна! Да-да. А вот давай вот так спросим. У вас спирт есть? При всем моем к вам уважении,
Спирта я вам выдать никак не могу. Не положено. Да мне только болячку прижечь. О, я тебя сама прижгу. Вечерком заходи. Только товарища с собой не бери. Ага, сейчас же. Вот сейчас мы возьмем вот этот опус и вручим нашей дамочке. А я вам сонет посвятил. Хотите, прочту? О, как это мило. Я вся обратилась вслух. Левый глаз мой с тоскою глядит. Правый выбил мне белый бандит. Если сердце тоскуя болит, там любовь или миокардит. Вы больной. Сначала определитесь, что у вас. Любовь или миокардит. А потом, даме, читайте стихи. Может быть, у вас вообще цистит, и вы ходите под себя. Разочаровали вы меня. Покиньте кабинет. Ну вот, отлично. Теперь мы можем забрать магнитофон. Я магнитофон заберу. В память о нашем чувстве. Все, пошли отсюда. Выходим на улицу. Тут нас пока ничего не держит. Ну пролезно, пролезно. Можешь теперь вдохнуть полной грудью. Ой, ну и вонь тут у них. Да, но зато как сладко дышится воздухом свободы. Очень сладко. Василий Иванович, а может, вернемся? Один думал, или с кем-нибудь. Может быть, это влияние сердечного фактора? Точно. Или общество этого... Сердечного фактора. Папусова тебя влечет, а? Ну, хотя бы попрощаться надо было. Некультурно как-то. Ну, ты, Петька, даешь. А Анку спасать Пушкин будет? Не, Пушкин при всей его гениальности не справится. Смотри, Василий Иванович, пендалевская развалюха. Вижу, хорошо ее приложила. Мне как-то не жалко. Это так на тебя влияет благотворное чувство гармонии. Да. Ну да. Вчера ты кого-то выбросил из машины на полном скаку. Сегодня тебя ждет встряска со стороны автоинспекции. Так, заберем вот эту палечку полосатую. Полосатая палка в одну сторону, полосатый свисток в другую. Что поделаешь? Служба! И руль заберем. А ось пригодится. В машине главное – руль. Руль – это уже почти машина. Остается малость. Мотор да колеса. И... Между прочим, вы заметили, что на улице уже день. Так, вот это что у нас? Бутылки. Бутылки сдадим. Отставить, боец. А здесь что этой у нас? Этой фуражки бы да кокарду выбить. Ладно, Петька, не дадим этому случаю нас задержать. Я думал, мы объявление почитаем. Ну ладно, пошли дальше. Тут у нас есть небольшая работка. Люська, да сколько ж можно народ-то тиранить? Открывай уже, трубы горят! Василий Иванович, а при чем тут трубы? Народ же за хлебом стоит. А черт ее знает, Петька. Надо бы уточнить. Скажите, товарищи, а при чем тут трубы? Как при чем? Вчера гудели, как станки, а сегодня опять в смену. Так вы шахтеры или монтеры? Шахтеры. Молодой, потому что... А это все стырить чемодан хочет слева, видите? Удивляется, что? Правильно, кино, вино и домино. Никакого хлеба, никаких зрелищ. Так тут кинофильмы продают. Ага, фабрика грез. Водкой тут торгуют. Правда, не торгуют еще. Закрыть потому что. Эй, продавщица, открывай давай! А почему на киоске надпись «хлеб»? А должно быть написано «пиво», но художник неграмотным был. Сделал 4 ошибки в одном слове. Да здесь не знают, что такое пиво. Пиво. А продают водку.
Да ее не продают. Какая загадочная страна. Да, шучу я. Хлеб тут раньше продавали. Но ведь водка — это тот же хлеб, только жидкий. Но все-таки разница есть. Для кого есть, а для кого и без закуски. А кушаете-то вы что? Вот ее родимую и кушаем. То-то киоск рядом с вытрезвителем. Поел, отдохнул. Да, так, ладно. Сейчас мы сделаем одну вещь. Нам нужно вот эти вот портянки взять и распаковать здесь. Ой, какой он сармрад пошел. Петя, приготовься. Внимание, газы! Ха, да разве же это газы? Вот тут до вас один бугай был, так его пока в вытрезвитель вели, трое милиционеров сознание потеряли. Нас этой ерундой не взять. У меня вот сын клей нюхает, так тот позаборщике будет. И шагу назад. Правильно, Михалыч, отступать некуда. Позади спина. Угу. Кто воздух испортил? Товарищи! Да что же это делается? Заслуженных инженеров газами травят! Так. Пошла реакция. А что ж стоим противогазом, а? Угу. А ведь у него были все шансы. Временный обморок. Чокаться не будем. Да-да. Возьмем портфельчик его. Пригодится. Так. Посмотрим, посмотрим. Петь, а не стыдно тебе чужие вещи-то брать? Василий Иванович, так ради хорошего же дела. Правильно, без колебаний. И вообще, Василий Иванович, чем просить и унижаться, лучше свистнуть и молчать. Петька, откуда у тебя эта криминальная подкладка? Вот такая вот подкладка. Так, нам нужно вот этот портфельчик разобрать. Хороший такой ключик. Прикладистый. Прям оружие канализационного пролетариата. Петька, разве оружие пролетариата не булыжник? Василий Иванович, а булыжник пролетариат чем выковыривать будет? А это чего? Прочитай-ка, не разберу. Комдив наш к старости вдруг слаб глазами стал. Но, к счастью, рядом отрок подрастал. Диплом о высшем техническом образовании. Во как! Тазиков Сильвестр Аполлонович. Инженер свободных взглядов. Тазиков Сильвестр Аполлонович. А нервы никуда не годятся. Да, какие там нервы. Стучимся в дверь. О, красавица. Товарищ Мишка, немедленно начните торговлю. А ты чё это тут раскомандовался? А чего ты народ тиранишь? Я что, на привязь тут народ держу? Ты имеешь определенное влияние на массы в силу известных причин. Вот выходит, что держишь. А попроще нельзя выражаться? Тут не суши-бар. Надо хитрость убрать. Понял. Товарищ Люська. Каждый алкаш норовит ко мне в товарищи записаться. Твои товарищи вон все под заборами валяются. Противогазы блюю. Ты меня лучше не нервируй, отщепенец. А то вовсе лавочку прикрою. Твои ж тебя тогда с дерьмом съедят. Узнаешь, кто тебе товарищ. Вот какая разговорчивая. Небольшая путаница в голове. Мы здесь по важному делу. У кого путаница? Иди проспись, валенок. Все ваши дела в журнале животноводства описаны в рубрике «Их нравы». Животноводство, их нравы. Замечательные журналы читайте. Вы опасная женщина. Опаснее, чем ты думаешь. Угу. Так, надо с ней поговорить. Итак. Вот это нужно сделать. А что тут делает такая очаровательная женщина? А что делает такая очаровательная женщина в таком месте? В окружении толпы почитателей? Ты что, слепой?
водкой торгую. Так вы же не торгуете. Вам лишь удалось взволновать собравшихся до предельной степени накал. Угу. Ситуация взрывоопасная. Думаешь, мне самой это в радость? А в чем, собственно, дело? В чем, собственно, дело? Да, водка разливочный агрегат сломался. Заявку на ремонт еще 3 часа назад отправила, а мастера все нет. Сволочь он после этого. Мне выручку делать надо. Не надо печалиться, мы и есть мастер. Ну, то есть, не мы, а я с ассистентом. Мастер? А ну-ка, инструментарий покажь. Петька, покажи-ка наш инструмент. Вот! Ну, тогда заходи. А этот кто? А это ассистент мой. Ассистент, пошли. Ну, и чё не торгуем? Так я же говорю, оборудование испортилось. Весы, что ли, хлебные испортились? Ну, при чём тут хлеб? Мы хлебом уже 5 лет не торгуем. А почему? Так невыгодно. Как так? А вот как. Без хлеба иной забулдыга вполне обходится. А без водки ему диета не позволяет и сутки пробыть. Так что хочешь не хочешь, а раскошелишься. Такая вот она, зараза липучая. А мне ведь это только на руку. Вот где выгода. Да. Поняли? Точно говорил наш повар. Не хлебом единым жив человек. Не это хлебом. Это когда он такое говорил? А когда в котлеты лук добавлял? Вот он молодец. Так, отойдем в сторонку. А теперь нам нужно вот сюда спуститься. В подвал. Мы же ремонтировать пришли. Эх, Василий Иванович, такое добро пропадает. Это бы производство, да в мирных бы целях. В смысле, Петька? Да нам домой такую линию поставить. Ну, к примеру, в баню. У тебя, Петька, радикальное представление о гигиене. Так, теперь нам нужно взять вот этот ключик и открутить вот этот шланжик ацетона. Это что-то вот вообще так. Непонятное какое-то. А шланг мы на место вернем. Пусть аппаратура работает. Слышь, ацетон в водку добавлять. Вообще обалдели. Так, и теперь на место его присоединим. Вот так вот. Вот так. Теперь мы берем и пытаемся покрутить вентиль. Любой. Эх, нифига Василий не получается. Иванович, не могу я их провернуть. Окаменели они. Может, ключом попробовать? Нельзя, Петька, еще сорвешь резьбу. Утонем в спирте, как котята. Надо другой метод найти. А другой метод — это нужно подняться наверх и поговорить с нашей тетей. Ну, рассказывайте, что у вас тут происходит? С чего начать-то? Так, ладно. Да. Общая картина удручающая. Дверь мы перепутали в самом начале. Ничего не перепутали. Так, нам надо вот сюда вот. Василий Иванович, отойди в сторонку. Василий Иванович. О, вот сюда вот. Сюда вот отойди. Отлично. Теперь Петька, вот сюда-ка, давай-ка. Хозяйка! У тебя перекусить нет ничего? Ой, откуда? В этой аптечке там есть кое-что. Да и был бы, разве ж я не дала. А в шкафу чего? Может, завалялся кусочек масла? Может, даже с хлебом? Масло. А ведь масло там. Точно. У меня на масло чутье. Машинное. В масленке. Тьфу. А масло нам бы пригодилось. Вот оно-то нам и да надо. Забирайте, не жалко. Ну, раз не жалко, значит, заберем. Так, ну что, поехали назад в яму.
будем ремонтировать. Берем нашу масленку и применяем на капелька кран. Масла. И этот кран можно будет открутить. Или закрутить. Все равно можно будет. И этот тоже. Отлично. Теперь берем и крутим вот этот кран. О, пошло! Открыть кингстоны! Любимая команда у моряков. Так, а теперь надо Василию Ивановичу вот этот рычаг дернуть. Чтобы у нас попала стрелка в зеленый сектор. О, ой, какой! Отлично! Неразработанный! Отлично! Петька, закрывай кран. Обязательно нужно закрыть. Дело ерундовое! А теперь открываем другой кран. Я в детстве получил мало калорий. А все потому, что у нашей коровы не было такого вентиля. Так, Василий Иванович, дергай рычаг. От такого большого рычага должен быть больший эффект. Так, здесь вот мы в зеленый сектор поставили, а тут нам нужно поставить в синий сектор. Поэтому дергаем еще раз. Посмотрим, отлично, что придется теперь. Молодцы мы с тобой, Петька. Запустили аппарат. Да, Василий Иванович. Сейчас все эти алкоголики на подъеме. Вот только мы с тобой опять в пролете получаемся. Да ладно тебе, Петька, зато мы столько народа спасли, что благодарные подонки нам памятник должны отгрохать, плюс еще дорогу себе открыли. Так чё ж мы тут торчим? Так, Петька, забирай канистру с ацетоном. Она нам еще пригодится, есть вы помните? Места, где без ацетона? У нас спросили ацетон. Люди его там ждут, как манны небесной. Если случится туда попасть, канистра это будет очень кстати. Очень кстати. Так, ну что, сейчас мы будем подниматься наверх. А вы, друзья, пока мы будем подниматься наверх, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, оставляйте комментарии. Ой, спасибо, ребятки. Даже и не знаю, как вас отблагодарить. Имейте в виду, гусары денег не берут, а мы в этом вопросе как гусары. Только принципиальнее. Да, вы не гусары. А вы нам деньги предложите, узнаете. Деньги вы в своей конторе получаете. А насчет благодарности, это просто фраза речи. Ну да, конечно. Значит, о безвозмездной выдаче во временное пользование бутылки водки не может быть речи. Речь может быть. Но только об одной. Ага. Ну, спасибо. Василий Иванович, отходи. Василий Иванович. Отходи, говорю. О, видите, друзья, есть бутылочка водки. Вот она стоит. Долго бы вы ее искали, если бы Василий Иванович не отошел. Водка пищевая. Вот и это мы и возьмем. Для внутреннего пользования. Редкая штука. Возьму для коллекции. Ну, тем более, наша дамочка это дело разрешила. Так, что ж, выходим на воздух. Видишь, Петька, как говорил один кремлевский мечтатель, нет такой крепости, которую не взял бы политическая проститутка Троцкий. Это ты к чему, Василий Иванович? Это я к тому, что данная мысль сама по себе гораздо шире. Для нас, верных ленинцев, нет преград. Да? Ну и водки нам не досталось. Всю без нас выпили. Ты, Петька, эту водку не жалей. Наша водка ждет нас в конце славного пути. Вот тогда мы поднимем тост по праву. В конце пути обычно уже не до славы и не до водки. Так вы знаете, что это за кремлевский товарищ? Да-да, тот самый, который говорил. А что нам скажет по этому поводу товарищ Жуков? Так, друзья, ладно, на этом мы не будем вас больше задерживать. Мы будем сейчас выходить из игры, сохранимся. А вы в это время подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, жмите на колокольчик, делитесь с друзьями.
мы сохранимся пока. Так, здесь есть все. Так, давайте сюда, свободная ячейка. Да, сохраняемся. И выходим из игры. Пока, друзья. Смотрите, что будет дальше. Ясно. Каковы потери? 100%. В смысле? Документы забрали, меня обезоружили, даже мусорков всех переманили. Да как же он столько мусорков-то за раз-то к себе переманил? Не без бабы тут Петька обошлось, чую, не без бабы. Угу. Чё делать-то, служивый? Преследовать противника, не давая ему передышки, загнать в угол и поквитаться. Ага, ты возглавишь преследование.